Всем привет, дорогие друзья, с вами Дриди, добро пожаловать в игрушку Орион Сандбокс. Мы продолжаем играть, в этой серии мы с вами сделаем куча зелий, 20 штук, и убьем всех боссов. Спасибо большое Дэрилу, благодаря нему я снимаю этот видосик, так что поддержи его лайком и подпишись на его канал, ссылка на его канал будет под видео под описанием, так что вот. Вот, обязательно зацени его канал, посмотри и порекомендую, какие игры ему снимать. Ну что ж, давайте уже продолжать играть Орион. Император Фаналиум мы с вами можем убить. Потом через 14 минут появится у нас... так, Тиран и Москит появится через 3 минуты. Ну что ж, давайте все-таки начнем с зелья. Давайте все-таки этот раз мы начнем с зелья, потому что... В прошлой серии мы начинали с боссов, убивали боссов. Нам нужен красный гриб, нам нужно яблоко, нам нужна бутылка с водой. Как добыть яблоки, ребятки, я вам говорил, самый лучший способ... Ну, во-первых, они растут на дереве. Самый лучший способ контролировать рост яблок, ребят. То есть, если дерево вырастет слишком большое, то оно не будет давать яблоки. Оно будет простое дерево. Если вы хотите, чтобы вам приносили... деревья, плоды, яблок, то делайте ограничитель, чтобы они высоко не вырастали. Ну, видите, как я сверху сделал. И все деревья, по сути, яблочные. Давайте я вам продемонстрирую. Так, мне нам нужна пила. Давайте возьмем пилу нашу. Так, вот напила. Отлично. Обожаю пилой работать. Так, куча-куча яблок. Первое дерево. Так, второе дерево. Во-первых, много деревьев и куча яблок. Посмотрю, сколько яблок. Четвертое дерево. С 5 деревьев, да, у нас будет. 5 деревьев срубили. И у нас сколько яблок? Давайте смотреть. У нас уже 13 яблок, да? Не так уж много, в принципе. А, нет, 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 не 13, плюс еще 10. 23 яблока. Вот еще дерево одно. И все, ребята, у вас будет постоянный... постоянно, то есть бесконечное количество яблок вы будете с вами добывать. С вами, хотел сказать. Вы будете добывать. Так, плюс много деревьев. И ни в коем случае саженцы не выкидывать. Они вам пригодятся, чтобы потом можно было садить. Чтобы посадить яблоки, нужна будет лейка, ребят, вам. Лейка, мотыга и, в принципе, все. То есть вы копаете, копаете мотыгой землю, вот так. Копаете. Потом поливаете, а потом сажаете дерево. И все будет отлично. Вот видите, еще одно дерево выросло. И все деревья, которые вырастут впредь, все они будут вам давать яблоки. Вот видите, сверху вот этот ограничитель я сделал. Так, сейчас можно посмотреть будет. Пойдемте туда. А давайте на него залезем, что ли. А, вот. У меня специально тут место есть, откуда можно залазить. Так, вот, пройдемся. Я думаю, сейчас уже вырастет дерево. Так, последнее мое дерево. Так, вон оно растет пока что. Если поливать чаще, то оно быстрее вырастет. Оно моментально, бывает, вырастает. То есть ты можешь даже не заметить, как оно вырастет. Нужно, можно прыгать, бегать, ходить вокруг. Оно быстрее, по-моему, растет от этого. О, вот, все, выросло, видели? Махом. Так, все деревья мы собрали. Потом надо будет заново садить. Ну что, мы добыли с вами 35 яблок. И у нас 7 саженцев. То есть 7 деревьев мы сможем с вами еще посадить. Также будем тут садить. Не обязательно наверху делать. Вы можете внизу сделать. Самое главное, что на земле, чтобы садили. Так, ладно, с этим разобрались. С яблоками разобрались. Курица яйца дает уже. Куча. Можно прям курятников, много-много курятников сделать. Так, давайте меч сделаем. Что нам еще нужно будет? Нам нужно будет бутылка. Бутылки с водой. Где-то будет бутылки, нам нужен будет песок. Давайте прямо отсюда и начнем добывать. Вот песок. Немножко подобываем песка здесь. Так, ну все, я думаю, даже слишком много я добыл песка. Так, влазим. Песок нам нужно переработать. Стекло. Идем сюда, засыпаем все это дело песком.
С одного песка получается две стекляшки. Сейчас вы увидите. Так, смотрим. А, нет, одна. А, с одной стекляшки получается две колбы. Вот как-то так. То есть нам, по сути, сейчас нужно будет с вами... Сколько стекляшек? 20 стекляшек. 20 стекляшек мы с вами сделаем. Так, яйца. Яйца надо откладывать, ребят, потому что это тоже очень ценная такая вещь. Вы можете сразу подлечиться ими, если хилки закончились. То есть, когда вы выбиваете хилку, надо подождать минуту, а яйца можете мгновенно, в общем, пополнить себе немножко здоровья. Я думаю, я найду потом саженцы, пока что выложу их сюда. Так, ну что, смотрим, что тут у нас получилось. Я немножко подождал. Три стекла. Нам надо 10. 10 стекол. Ну что, ждем. Так, ребятушки, давайте проверять, что у нас тут такое. 11 уже. Так, сейчас соединить, чтобы было... Чтобы было у нас 10. Так, все, ровно 10, чтобы получилось. Отлично. Хочу стекло сохранить, оно нам еще пригодится. Так. Нам нужно будет стремянка. О, бля, какая стремянка, простите меня. Блин, я говорю, блин, какая стремянка. Так, нам нужно будет... Я уже забыл. Так, стол, да? Нам нужен будет стол. Где-то здесь и где-то здесь нам нужно будет... Не декорации, инструменты. Да, инструменты. Вот в инструментах нам нужно будет пустая бутылка. Ну что ж, создаем. Раз, два, три, четыре, пять. Видите, из пяти 10 бутылок вот создадите. Еще создаете. Вот, у вас 20 бутылок. Их вы... Так, нам надо в слот поставить. Допустим, вот сюда поставим. Самое сложное, конечно, у нас с грибами будет. У нас, по-моему, нету грибов. Так, раз мы набрали... Два набрали, все. Ни в коем случае не пейте бутылки с водой, иначе у вас автоматически они пропадут. Так, а яблоков нам надо 40. 40 яблоков, да? Давайте посмотрим рецепт. Так, рецепт с вами расходных материалов. Два яблока, то есть 20 это будет 10, только нам надо 40 яблок. У меня яблоки тут были, поэтому мы далеко ходить не будем. Где-то в золотом сундуке. Вот так мы просто меняем. Все, у нас есть 40 яблок, 20 бутылок с водой. И проблема с грибами. Где нам найти грибы? Придется спускаться в шахту. Я сейчас покажу, где конкретно они растут. Ну да, тут нету грибов. И придется с вами их добывать. Ну ладно, пойдемте. В другом месте все равно нету. 20 грибов надо будет собрать. А грибы где-то посередине растут. Далеко ходить вам не надо. Так, спускайтесь ниже, 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 ниже. Примерно на уровень. Но все в самом начале, после земли, где камень идет, они на камнях растут. Так, тут желтые. Я думаю, пойдемте куда-нибудь в правую сторону с вами сейчас. Давайте вот этот меч возьмем. Так, бота все равно нам надо будет бить. У меня аптек нету, я вообще не взял. Но у нас яйца есть. Вот он, первый гриб. Так, охотники за грибами. Так, делаем лестницу. Отлично. Раз, два. Так, так, так. И вверх. Ну, поняли, да, примерно где растут? Так, вот. Пока один собрали, нам еще много надо собирать. Давайте попробуем повыше подняться. Так, окей. Не люблю, когда мало света. Так, вот так мы поднялись. Так, предлагаю вот просто прокопать отсюда. В другую немножко локацию. Ну вот на этом уровне, в общем, растут грибы. Нам надо будет их с вами найти. У нас пока что всего лишь один гриб. Это очень мало. Так.
Но можно, в принципе, и ниже спуститься. Спускаемся ниже. Ну, слишком низко, не стоит спускаться, смысла не будет тогда у вас. Слишком низко они не растут. Так, можно выше подниматься. Вот еще один гриб, отлично. Какая радость, когда каждый раз, когда находишь гриб. Пошли по грибы, в общем, ребят. Еще 18 грибов нам надо найти. Но они, по-моему, спамнятся постоянно. Это хорошо. Так, придется выше подниматься. Так, что интересно тут? Блин, непростое занятие это, искать грибы. Так, может, было бы какое-то конкретное место у них. То фиг их поймешь. Так, мало света. Я не знаю, найду. Во, нифига себе, поляна. Раз. Сразу два, три, четыре. Офигеть, сразу как много нашли грибов. Отлично. Вот примерно на этом уровне и ищите грибы. То есть сложнее все-таки с грибами проблема. Никогда не выкидывайте. Грибы всегда собирайте, ребят. Так, вот туда бы еще пробовать залезть. Так. Поставим свечки. О, отлично, еще раз, два, три, четыре, пять. Пять грибов, отлично, ребята. Круто, круто, круто. Нам на 20. Еще 9 грибов нам надо будет найти. Так, и челлендж пройден, Дэрила. Единственное, боссов с боссами Дэрил очень сложно. Они долго респамнятся. Я не могу так долго ждать. Поэтому прости. По одному разу, я думаю, боссов убьем. Вот еще грибы. Раз, два. Отлично. Ух ты, далеко упали. Так, можно освободить. Странно, не сверлится. Может, пилой попробовать? Зачем они привязаны-то? Я пытаюсь освободить вас. Все, отлично, освободили. А, не могу использовать инструмент, надо починить его. Так, нормально. Чуть мне кажется, слишком низко спустился, да? Конечно, пройдемся. Но нет, слишком низко. Тут могут уже не расти грибы. А нам надо их найти. Так, ну и что, давайте отсюда попробуем залезть. Так, и в ту сторону просто пойдем. Так, сажаем. Блин, темно, нифига не видно. У меня есть зелье какое-то свечение. Давайте попробуем его. Есть зелье скорости. Вот давайте зелье скорости выпьем. Зелье свечения. Я хочу посмотреть, что будет, интересно. Так, зелье свечения, зелье скорости выпиваем. Отлично. Так, теперь давайте уберем это все. Так, так-то лучше. Я постоянно теперь буду светиться. Фига себе, туннель мы прокопали.
Нифига тут не видно. Так, нам надо отсюда выбираться. Делаем, давайте, лестницу. Блин, лестница закончилась. Так, окей, идем сюда. Отсюда давайте прокопаем. Какая-то пещера непонятная. Так, тут я где-то был, да? О, нифига себе, он так быстро. Надо чаще было зелье ускорения использовать. Да, намного удобней. А, только она быстро заканчивается. Свечение сейчас будет долго, а вот ускорения нет. Так. Сколько? 7 грибов еще нам надо найти. Я этот кубик не заметил. Где его искать, я без понятия. Так, ну там уже выход, да? Так, а что интересно у него тут? Тут что-то, может, интересное? А, грибов нет, а это печально уже. Пробуем дальше просверлить. А все, там уже тупик. А, не нашли мы грибы. Так, ходил-бродил я, кажется, еще нашел грибы. Так, раз. Два, это уже 15. Где я хочу искать, я не знаю, но я тут уже везде обошел. Слишком низко, не стоит спускаться. Ну, а тут я был. Так, я что-то интересное нашел тут. Давайте посмотрим. Так, спускаемся. Скоро уже 9-й левел будет. Что это такое? А, это дверь такая остальная. Прикольно. Тоже стулья есть. Да, мне уже, наверное, все пофиг. Вау, нифига себе, я пал. Так, быстро поднимаемся. Так, ну тут, наверное, давайте тоже проход сделаем. Так, мне так жизнь скоро закончится. Неужели 5 грибов не могу найти каких-то? 5 грибов всего лишь. Где их искать? Фиг его знает. Это самое сложное, наверное, найти грибы. Еще не погибнуть. Давайте покажу, как работают вот эти яйца. Сейчас мы возьмем яйца. Видите, их можно съесть и восстановить много здоровья. По-моему, соточка восстанавливается здоровье. Так, много опыта тут. Бегают. Видите, глубже тут уже другие грибы идут. Светящиеся, они нам не нужны. Или ночью они светящиеся, а днем не светящиеся, не могу пока что понять. Давайте выше подниматься, потому что красных тут нету. Если есть светящиеся, значит красных вы не найдете грибов. Так, вот если повыше подняться. Блин, они все светятся. Вот они, отлично. Сколько грибов еще тут? Так, еще раз, еще два. Еще 3 нам осталось гриба найти. Ну, Дэрил, ну ты задание мне дал, конечно, сложное. Спасибо тебе за... О, вот, раз, два, три, 4. Так, отлично. Все, теперь берем телепорт, телепортируемся. Один гриб можно даже отложить. Ладно, не будем ничего откладывать. У нас, по сути, все есть. Единственное, вот вам все равно так много не нужно будет камня, поэтому можно будет обменять на что-нибудь.
Давайте на солидиум, что ли, обменяем хотя бы. Куда-то надо его деть. Отлично. Идем сюда и смотрим. Так, немножко приберусь, тут в порядок все. Так, 21 гриб. Так, все, этот гриб лишний один. Так, все, ребят, я прибрался. Если хотите 20 аптек, вот вам надо будет 40 яблок, 20 бутылок с водой и 20 красных грибов. Идете сюда и начинаете делать. Отлично, ребят, все. Мы это сделали. Дэрил, я сделал, выполнил свой челлендж. У нас 20 здоровья. Насчет боссов я не обещал, что сделаю челлендж. Сам понимаю, что это очень сложно. Так что, ребятки, поддержите Дэрила. Это благодаря нему вышло это видео, вышел этот ролик. Вот, самая первая ссылочка будет ссылка на его канал. Ну что ж, а мы продолжаем убивать боссов. Первый босс у нас будет самый сложный, этот одноглазик. Призрачный босс. Нет, вот видите, он обычный. То есть нам тогда отойти подальше. Так, ну, примерно, скажем, вот так мы отошли, да? Довольно-таки далеко уже отошли. Думаю, можно возвращаться. Против него пока что изначально, если у вас 8-й левел, самый эффективный это будет меч бездны. Меч бездны можно будет из двух сделать, из двух мечей. В общем, там все подробно написано. Ах ты ж, ну что я делаю, блин. Он же опять не призрачный. Надо отойти, и свечку нельзя выкидывать. То есть свеча должна у вас всегда в руке быть. Все, как только вы слышите слабенькие такие звуки, тук-тук-тук, значит, берите свечку и идите со свечкой. Ни в коем случае не убирайте свечку, иначе призрачного босса вы не поймаете. Так, сюда идем. Это самый сложный босс, его долго очень убивать. Вот он, призрачный босс. Чтобы его убить, делайте вот примерно вот такую вот конструкцию, чтобы вы стояли на уровне его вот этих болтающихся ног. Поняли, да? Ни в коем случае выше не надо, иначе он будет вас задевать. И все, делайте конструкцию, чтобы пространство было 4 вот этих кубика. И делайте вот такую пирамидку. Все. По сути, видите, меч, он немножко выпирает, и его будет задевать. Как только он спускается, вы его... Так, что-то не получается. Странно. А вот, начал задевать. Видите, сразу... Сколько? 35 уронил. Вообще он по 5 отнимает. Просто сразу критический удар, мне повезло. По 5, а так 35. В 7 раз сильнее критический удар его ударяет. И все, и так потихонечку бьете. Это очень долго его бить, на самом деле. Можно, конечно, сделать вот так. Немножечко. Немножко ярости. Но будьте аккуратными. Если у вас слишком мало здоровья, если вы умрете, то у вас весь опыт пропадет впустую. Я не буду рисковать, я буду его потихоньку бить. 1095 у него сейчас. Ну, перед самой смертью я, наверное, включусь. Нет смысла сейчас. Нет смысла сейчас рисковать. Так, 1080. Потому что видите, сколько у меня делений. Будем потихоньку его убить. Так, ну-ка, если я заранее... Можно, в принципе, немножко подпрыгивать. Так, когда он спускается... Давайте я выпью здоровье еще, чтобы не рисковать. Ударили, допустим, спускается. Так ударили. Потом так. Так ударили. Потому что я иногда не задеваю один раз его. Так, видите? Нужно еще угадать. Ну, когда спускается. Да, когда спускается, ребят. Бейте. Только когда он спускается. Никогда поднимается. Неплохо. Я уже по 2 раза его ударяю. Спускается, бьете. Можно по 2 раза бить. Так, намного эффективнее. Да, иногда просто промажешь.
Ну, когда у вас полное здоровье, так можно еще рискнуть. У вас не полное здоровье, лучше не рискуйте. И то, видите, как долго его бить? Очень долго бить его. Крайне долго. Ну, в два раза быстрее, это уже дает нам преимущество какое-никакое. Так, поспешил немножко. Ну, здоровье мне не жалко, у нас будет еще здоровье. Так, спускается, бьем. Бьем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, увидели, что творится? Нет, я больше так не буду рисковать. Он тоже критический удар сделал, и очень больный такой. Так, ну что ж, я включаюсь, у него осталось 195 хп. Давайте уже добьем, вот, 160. Видите, по 35 иногда уронит. Но очень редко, наверное, каждый из 10 раз только один раз так делает. Если не больше. Бывает из 20 раз только один раз. По-разному. Так, ну что ж, давайте быстрее его уже убьем. Вот спускается. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Отлично. Раз, два. Сколько у него? 55 осталось. Раз, два. Давайте выпьем зелье. Раз. 45. Раз. Да блин. Раз, два. Да что ты будешь делать? 25. И последний раз. Отлично. Отлично, мы это сделали. Класс такой выпал. Ну что ж, опыта нам дали. Довольно-таки нормально. Ничего из него не выпало, к сожалению, конечно, к печальному нашему сожалению. Там что ж, где дерево? Нам надо дерево-то взять. Одно дерево слишком мало. Первый босс готов. Так, возьмем дерево. Нам надо будет сделать... Так, произвести... Произвести нам надо будет те же оно лестницу. Так, лишь создали. Ищем нового босса. Он прям под нами внизу. Так, ну давайте попробуем достать его. Я специально сделал, чтобы отсюда можно было тоже вылезти. Ребят, дом пока что не буду делать, но правда некогда. Есть много других игр, которые надо тоже проходить, играть. Давайте все починим. Вообще все, все прям починили. Все в обновке. Так, идем к нашему боссу. Так, немножко больно. Упали. Чуть-чуть вниз и в правую сторону. Окей. Когда в воде не вижу где. Так вот, в правую сторону надо идти. Если вы случайно находите грибы красные, ребят, обязательно, обязательно собирайте. Потому что видите, как долго их приходится иногда искать. Так, сердце быстрее бьет, значит, он где-то уже рядом. Так, ну покажись. В правую сторону идем. Опять в правую сторону. Неужели это тиран в правую сторону и вниз же? Чересчур глубоко, мне кажется. А чересчур глубоко у нас только тиран тусуется там. Так, по лестнице. Вот он где-то здесь. Где-то рядом. Все, вот он. Почти пришли. Вот, все, отлично, призрачный есть.
Так, ну отсюда можно его уже бить. Это самый простой босс. Легко его победить. Так, давайте подлечимся. Сколько у него жизни? 448. Ну, бьет он больно, ребят. Бьет он очень больно. Будьте аккуратными. Так, ну также взяли по стандарту косу, которая выпадает. Нифига себе здорово, да, такая коса? А если я прям тут оставлю, интересно? Давайте косу оставим здесь. Да блин. Подальше нам надо отойти, вот так. Пускай вот так коса лежит, прикольно. Она только с 10 уровня нам будет доступна. Так, уже восстановили здоровье, не хочет больше. Последний босс, чуть-чуть левее теперь. О нет, я боялся, что можно упасть реально. Упасть и разбиться. Теперь нам нужно до тирана дойти. Так, собираем ништяки. Сохранение планеты. Где-то тут тусуется. Видите, как часто я пью здоровье. Потому что жизни не хватает. Чуть-чуть левее. Нам, по сути, осталось только три деления, ребят. Три деления. Тут опасно, тут потому что лава. Так, и поэтому я предлагаю переодеться. Здоровье будет... Защита мезус будет поменьше, но зато... Зато вы в лаве не утонете. Так вы в лаве можете умереть, и все, хана. Примерно на этом же уровне, но надо, главное, в правую сторону идти. Давайте посмотрим. Где наш босс-тиран? Кажется, он здесь. Вот он, да. Вот он, босс-тиран. Что мы сделаем? Попробуем сделать вот так. Давай, 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 давай. Нам до сюда дойти. Отлично. Так, теперь возьмем вот так сделаем. Ну, кыш отсюда, мелочь пузатая. Так, ладно. Так, все, от них избавились. О, опасно, опасно. Так, ну, в принципе, примерно нам вот так надо сделать. Так, пониже. Давайте подлечимся, мало ли. Берем лаву. Ну, попробуем. Не, нам надо еще пониже. Ну, куда ты уходишь? Ну-ка. Так, ну все, можно бить. Сколько у тирана? 416 жизней, но он довольно-таки сильный. Сделали такой под него подкоп, и все, чтобы он не убежал. Можешь спокойно его бить. Можно попробовать даже меч, лазерный меч. Он слабее бьет. Ну, чаще вроде критический удар бывает у него. Так, смотрим. Решает все критический удар. А, что-то редко вообще. Я один раз, по-моему, был критический удар и все. А, вот еще один. Давайте меч бездны возьмем. Так, попроще. Три деления, ребятка, три деления у меня осталось. Скоро будет 9 левел. Все сделали грамотно, аккуратно, ребят. Благодаря вам. Не забывайте о канале Дэрила. А, благодаря нему я снимаю Орион Онлайн. Также он тоже снимает Орион Онлайн, Сандбокс. И у него тоже альтернативное прохождение. Обязательно подпишись на его канал. Так, давайте.
Делаем так, так. Телепортнемся. А, ну все, Дэрил, я убил каждого по босса. Я пока что не буду побеждать. Да, было бы супер, если бы я победил. В следующей серии, я думаю, мы уже 9-й левел точно с вами возьмем. Но уже потом будет стрим. 20 минут, на самом деле, дольше. Около часа могут появляться. Не знаю, с чем это связано. А, немножко у них как часы сбиты, мне кажется. Вот. Я сколько отсутствовал, я вышел из программки. Через дней 5 зашел, и точно так же все было. 20 минут, там... 20 минут, 17... Боже мой, простите, что-то я, наверное, не выспался. Сформулировать речь не могу. В общем, смысл в том, то, что вот, допустим, я закрыл приложение, тут осталось 20 минут, 24, 17. Захожу через 5 дней, и то же самое, короче, осталось. То ли только когда ты в игре время идет, то ли когда программа у тебя не закрыта. Не знаю, с чем правда связано. Но самое, что вот одноглазника нам надо убивать, чтобы добыть очень интересные такие доспехи. Это самый мощный доспех, который вообще тут есть. Будет ли вообще босс или нет на 12 уровне, я тоже не знаю. Это сложно. Практически, наверное, никто не знает, есть ли босс или нет. Но почему-то некоторые доспехи доступны только, допустим, с 12 левела. И это как-то немножко странно пугает. Потому что сложно взять 12 левел. Были бы больше всяких интересных уровней, больше боссов. Тогда было бы интересно играть. Вот, допустим, вот почему с 12 уровня требуется, чтобы надеть вот эту защиту. Я бы хотел ее надеть, хотел посмотреть. Но это очень-очень долго придется играть. Может быть, стрим как-нибудь сделаем, посмотрим, ребят. Я пока что с вами прощаюсь, надо рядиться, на скорую, пока-пока.